выздоровления женщин. Почему? Потому что эти рекомендации, они как бы там очень специалисты топ уровня собираются вместе и вырабатывают некие стандарты на основе международных документов, которые уже приняты, и на основе как бы некого консенсуса в экспертных кругах, имеется в виду экспертов международного уровня. Позиция Европейского Союза, а именно Европейский суд, который был к тому времени уже создан для решения проблем внутри Евросоюза, вот его положение как бы не корреспондирует, что ли, не связано напрямую с Европейским Союзом. Если кто-то следил за этим, то помнит, это была очень бурная дискуссия, которой процесс кончился, в общем-то, ничем. Принять Конституцию им не удалось. Но, тем не менее, вот карты основных прав, это и есть движение, во-первых, в сторону Конституции, а во-вторых, реализация идеи, что мы в Европейском Союзе лучше знаем, что такое права наших граждан. Вот. Первое. Задача – это список основных прав должен быть доступным для всех граждан, то есть это поверьте на слово. Простите, здесь не указано, что я могла бы вообще человек мог выйти в отпуске, и, соответственно, если человек был в отпуске, он тоже не мог участвовать в конкурсе. То есть, ну, вообще неразумно. Есть кто-то, кто не согласен с такой предполагой? Мы еще знаете, что сделали? Вывод сделали с этого. Что это объявление было сделано именно специально, записано вот этого более 30-летнего, что Маша, именно Маша, и не смогла подать заявление на эту должность. Хорошо. Диссидент-то есть в группе? За ребенка, это в истории считается, в принципе, разновидностью гендерной половой дискриминации. То есть вы абсолютно правильно, молодцы, спасибо. Что делает, ну, как бы, представитель, если у них был представитель, это ищет родственников по прямых, да, родственникам. То есть мог быть отец, да, мы не знаем этого, мы предполагаем. У брата может даже быть жена. И у него является участником, членом порядка 400 организаций, международных организаций в той или иной области. И практически, наверное, в 3/4 этих организаций Эстония уплачивает различные членские взносы, либо делает отчисления в определенные стабилизационные фонды. Все это происходит из бюджета государства. Рассмотрение от данной жалобы. Я еще забыла сказать, что обратимся мы в выписке администрации. Мне кажется, тоже поняли, о каком государстве в данном упражнении идет разговор. Но давайте останемся при том, что написано. Мы остаемся во Франции. Да, поэтому мы у себя во Франции. Попытаемся обратиться, прежде всего, к канцлеру права. Мы его ставим очень низко, потому что он, как его коллега в Эстонии, толком особо помочь не сможет, даст только оценку, может быть, ситуации. Так что мы его поставим пониже. Вот. Мы считаем, что на решение проблемы с нарушениями прав свою роль сыграют средства массовой информации, особенно газета «Вечерний Париж». Без этого, без огласки данного происшествия, данного нарушения, массового нарушения
нельзя войти из средства массовой информации. Мы ставим еще выше... Все группы решили, что конечный результат – это Европейский суд по правам человека, который вынесет необходимое решение. Так вот мы как-то в этот цветочек не подумали. Ну ладно, я думаю, что вы нас спросили. И приглашаю Берг Елену, которая тоже награждается сертификатом. Мы приглашаем сюда Буткевич Аллу. Ой, не перепутали? И приглашаем сюда Витвик Татьяна. Так, мы приглашаем Голуб с Самуилом. Я личный фотограф. Так, Грушевский Сергей. Правильно я сказал? А что же раньше-то не сказали? Повторите. Кириллов Евгений. Совместные решения для, так сказать, дальнейшего регулирования этих вопросов и, конечно же, узнать много нового для себя, узнать какие-то моменты, которые позволят вам в дальнейшем просто, так сказать, ориентироваться в жизни и вообще помогут в дальнейших каких-то различных ситуациях. Поэтому я вас поздравляю. И хочу вам пожелать успехов, и чтобы эта встреча была не последней, обязательно они продолжались, и всегда вы как бы взаимодействовали между собой и могли на друг друга положиться. Поздравляю вас. Приятного и хорошего. Поэтому я буквально, может быть, два слова относительно того, что на самом деле как бы вот эти три дня у вас прошли достаточно плодотворно и прошли в такой... я бы сказал, и плотной, и в плотной работе в течение вот этого короткого промежутка времени, хотя на самом деле, в общем-то, можно было бы, как мы уже между собой говорили, что, в принципе, конечно же, желательно было бы это, скажем так, по времени немножко увеличить, там, не предположим, на 5, потому что такой объем информации одновременно как бы осилить, тяжеловато, но с одной стороны. С другой стороны, вот в течение этих трех дней вы проявили действительно такое упорство и так активно работали,
что в любом случае, как бы, та информация, которую вы в эти три дня получили, с одной стороны, с другой стороны, насколько я понимаю, все материалы, которые в презентации, они будут переданы вам, ну, по крайней мере, по желаниям тот, кто хочет. Поэтому вы всегда сможете эти материалы проштудировать уже, так сказать, самостоятельно. И в этом плане, я думаю, что у вас даны очень хорошие механизмы, по крайней мере, на начальном этапе, откуда можно уже стартовать. И я абсолютно согласен с Ларисой Ивановной относительно того, что правозащитники, конечно же, это очень хорошо, когда сочетается и юрист, и, так сказать, и общественный деятель, но еще немаловажно, когда у правозащитника и все-таки горячее сердце. Поэтому я надеюсь, что вот, по крайней мере, вот в этих обсуждениях, когда вы здесь внутри группы обсуждали, у вас у всех вы неравнодушны, по крайней мере, к тем болям, к тем проблемам, с которыми вы сталкиваетесь вокруг себя. И хотелось бы, чтобы это у вас сохранилось, те знания, которые вы получили. В любом случае, даже если вы не будете их применять по отношению к другим, в любом случае вы сможете их применять по отношению к себе, но я думаю, что вы сможете их применить и по отношению в том числе и к другим людям, и в том числе и помогать им, и это уже немаловажно.